Участок для голосования в поселке Назарьево. На входе у Яны Рудковской проверяют температуру, выдают маску и шариковую ручку для заполнения бюллетеня. Подпись в регистрационной книге, несколько мгновений на заполнение, и вот уже бумага в прозрачной урне для голосования. Складывать ее продюсер не стала. Ты можешь проголосовать против, ты можешь проголосовать за. Главное проголосовать, главное проявить свою позицию. Нельзя просто сидеть и говорить, и критиковать власть. Если у вас есть несогласие с властью, вы можете прийти проголосовать против. Если вы согласны с властью, вы можете проголосовать за. Россиянам предлагается на утверждение пакет из более чем 200 пунктов. Голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Принять в нем участие можно лично и через интернет. Алексей Пименов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».